улице Walmart. Мне нужно пройти через аптеку. Так, я сейчас здесь еще застегну. Вот такие застежки есть. Я приехала, я взяла кошелек. Так, да, взяла кошелек. А то обычно я имею моду приезжать и не брать кошелек. Так, девочки меня поругали, что я дергаю, но я тут ненадолго. Я тут быстренько раз-раз-раз. Вон какие-то скидки тут. Какие-то праздничные скидки, наверное. Так, пошли смотреть. А где это находится? Он мне сказал, а где это находится, я даже не знаю. Ладно, будем смотреть другую. Какие-то мазючки. Сказал купить. А где они находятся, эти мазючки, я не знаю. Ладно, пошли. Как это не здесь? Так. Наверное, где-то здесь. Какая-то аллергия на это. Так. Ну, и заодно вы смотрите, что здесь есть. Здесь аптека, все принадлежит Walmart. Люди устраиваются на работу в Walmart. Так, а где это? Это что-то обезболивающее. Так, я решила пройти сначала посмотреть. Еще разочек глянуть на американский крем. Так, крем, который мне сказали купить, нету. Я взяла вот такой. Эта марка, это абсолютно американский крем. Взяла маленький тюбик, посмотрим. Просто одна рука совсем сухая, сушится и сушится. Решила попробовать этим кремом. Это абсолютно чисто американский крем, это ничей. Он делается в Америке. Так что вот так. Ну и сейчас я пошла уже просто в магазин, это большой магазин. Так, одежка. Ух ты. Вытащили сюда эти штуки.
Ну, это мужское. Клиренс. То есть скидки. Да, уже начинают быть теплыми. Здесь такой клиренс. Ну, давайте посмотрим, что на клиренс они... Что в клиренс отправили. Летние такие штанишки. Платье. Непонятно. А сколько здесь? Они решили на клиренс. 24,50. Клиренса нету. Где клиренс? Нету? Тут кто-то поставил просто здесь штанишки. Это не клиренс. Так, а это что? Теплые штанишки уже. Хорошие такие теплые штанишки. 16-18. На мне, для меня это большие. $24. Но хорошенькие такие. Вот такие штанишки. Ой, очень хорошенькие такие. И кофточка. Ну вот, можно подобрать кофточку и штанишку. Ну, это так. Заодно посмотрим шмотки какие-нибудь. Я вам покажу, что здесь есть. Красивый цвет такой. Маечка. С длинным рукавом уже. Такой красивый оттеночек маечки. Вот такой бордовый красивейший цвет. 12-14 мой размер. Так, а сколько они стоят? 5,98. Ну, мы тут с краешку проходим. Джинсики. Такое платье. Девочки, если вам интересно, мальчики, если вам интересно, чтобы я сняла более конкретно платье, все остальное, пожалуйста, скажите, напишите, и я это сделаю, девочки. Такие плотные штаны. Ну, это Walmart. Такой потреб. Иногда такие бывают, вроде висит, не очень. А было джинсовое такое платье легкое. И я потом, я его пропустила, а потом я на девочке увидела. Думаю, че ж я такая дура, так хорошо смотрелась. Типа бридж. Вообще-то штанишки широкие, типа бридж. 15,90. $16. Типа бридж такой. Сейчас уже меняется. Но меняется, да, репертуар на зимний, осенне-зимний. Ну, какое так повседневное платье. Если его немножечко подукрасить чем-то, очень даже хорошо смотрится. Еще что-то в горошек. Давайте посмотрим в горошек, смотрите. Хорошее платье в горошек, посмотрите. Такое платьишко хорошее в горошек. Ткань такая интересная. $14.28. Эта цена не будет падать. Да, рукавчик
Ой, мне очень нравится. Так хорошо, такое хорошенькое. Хорошая длина такая. Очень хорошее платье. Да, но я пришла за другим. Ткань какая-то интересная. Я не знаю, что это за ткань. Но такая какая-то интересная ткань. Вот еще поближе я. Вот какая-то такая. Хорошенькое такое. Так. Вот комната для того, чтобы можно было примерить. Ну, вот вы скажете, я приеду и в Вулмарте. Хотя, чего вы и так скажете. Поэтому я как-то приеду специально в Вулмарт и поснимаю. Правда, у нас в ближайшее время будут сильные дожди. Там какой-то тропический шторм. Ну, дай бог, чтобы он быстро прошел и все. И чтобы мы могли приезжать и мерить. Идемте посмотрим обувь, девочки, обувь. Мы чтобы не знали, что есть. Я посмотрю. Мне кроссовки нужны. Типа вот кроссовок, вот такое вот что-то мне нужно. Может даже такое нужно. Может даже такое нужно. Какой размер, я не знаю. Это 9, 8. Это 8 размер. 7. Ну вот где-то так. На шнурки можно завязать и не развязывать. Вот. Ой, какая. А нет. Это там эта штучка стоит. Я думаю, что такие жесткие. Ну, непонятно. Непонятно. Мне не нравится. Мне нравится вот с такими ушами. Раз, надел. И хорошо на ноге лежит. Раньше вот эти вот кроссовочки, вот такие, стоили бы где-то 5-6 долларов. Сейчас вы видите, почти 23 доллара. Не почти, а 23. Так. Ой, опусь. Боже мой, какая штопорная работа. Зачем? Зачем такую обувь? Тапки. 14 долларов. Мокасины. Интересно, а мокасины сколько стоят? Так, я пытаюсь найти цену. 14 долларов. Ничего, мокасинчики. Бантики вот эти можно снять. Они никому не нужны, но так хорошо мокасинчики смотрятся. Вот такие тапки были парами, а сейчас по одной. И сколько по одной они стоят? 5 долларов. А стоили 2 пары вместе. Ну, это тапки. А вот эти хорошие мокасиночки. Ну, вот я вам показываю, какая обувь так повседневно сейчас. Вот такие зимой очень хорошо. Но жесткие. Боже, что мы. Как это можно носить? Зимой, да, девочки, да. Холодно. Честное слово, холодно. Вот одевать такие сапоги надо. Зимой самое милое дело. Но это резина какая-то.
Вот такие, наверное, сапожки. Надо такие сапожки. Зима холодно. Ну такое вроде ничего так. Так, ладно. Обувь показала. Какие-то такие туфельки. Обувь показала, немножечко шмотки показала. Я поняла, что в следующий раз мы с вами делаем здесь, найдем и померяем кучу платьишков. Все, специально приеду для примерки. Так, все, идем в продовольствие. Так, мне нужно подсолнечное масло для жарки. Так, где масло? Это сладости. Я смотрю наверх, там вот написано. Так. А, вот. Я смотрю туда, а вот оно здесь. Масло у нас. Канола. Я беру для жарки масло вот это. Вот здесь вот есть масло, плюс еще с чем-то. Нет, не идет. А я беру чисто вот такое масло. Почему я беру такое масло? Потому что вот если вы посмотрите вот здесь, то жарко. 375 градусов Фаренгейт. Вот тогда хорошо, не жарится ничего. Вот четко 375. Очень хорошо жарится и нет ничего. Так. Не пригорает, не горит, ничего. Так, я бы хотела посмотреть. Уксус. Это масло. Сахар. Я беру такой сахар. Вот такой сахар. Нормальный. Не искусственный. Вот присыпочки. Присыпки, вот я делаю сама присыпки. Ой, я оперлась на тележку. Вот тележка моя, почти ничего нету там. Масло, крем. У меня небольшая закупочка. Я хочу уксус посмотреть, где. Колбаски. Это технические вещи всякие. Я беру масло. Масло все. Так, а сколько масла стоит у нас сегодня? Так,
честно... А, вот здесь... Нет, это... Это не так, это не так. Ладно, я беру такое масло. Пошли взять, возьму сыр пармезан и яйцо. Сырный. Так, я ищу пармезан. Нарезанный. Моцарелла. Вот он, пармезан. Нарезанный пармезан. 2-2-4. Так, пошли посмотрим яйцо, сколько. Шесть, 64. 36. Опять подорожали. Опять подорожали яйцо. Так мне нужен был уксус 9%, но я не могу найти. Не могу понять, что это. 5%, 5%, это написано. Тоже 5%. Ой, бутылка такая. Видите, он с осадком такой настоящий. Уксус. Хороший. Тоже 5%. Здесь белый тоже 5%. Пока не могу найти. 5%. Может, где-то есть. Посмотрим еще. Так, зашла я в царство. Я хочу мороженое. А это здесь мороженое? Здесь холодильники, но это не мороженое. Идем. Да, здесь мороженое, здесь вот, что здесь рыба. Ну какая здесь рыба, что здесь есть, сваи, тилапия, тилапия с таким запахом, фландер, скиннер. Вот так. Так, все. А у меня мороженое. Так, я ищу свое мороженое. Только мое. Вот такое. Это я шоколадное с орехами. У нас вот это. Вот
лук. Ну, я возьму в другом месте лук. Ну, в принципе, не забывайте, что это вечер. Вот. Уже ничего не выкладывает пока. Так, вот такой чеснок. Где-то тут чеснок есть. Вечер, друзья, поэтому уже все. Да, это мои мандарины. Такие вот плоские. Вот это вот фирма. Плоские мандарины и такая вот фирма. Сейчас я посмотрю, что мне взять. Я возьму. Ну, вот этот мешочек я возьму. Обожаю эти мандарины. Они такие плоские и вкусные. Так, что такое? Чеснок я не вижу. Ну что, полки вечером уже опустили. Персики. Персики сюда привозят из Калифорнии. И сливы. Нет, я чеснок так и не нашла. Виноград. Так, ладно. Идем платить и все. Мы сегодня нагрялись по Walmart'у. Эти курточки теплые. Ой, я застряла с кем-то. Так, что-то народу много. Вечер. Так, еще где бы мне встать? Ну все, закупилась. Сейчас я сложусь в свой транспорт. И все, домой. С покупками. Вот на сегодняшнюю закуску, вот она называется, земляная сова. Была одна. Тут была целая семья. Наверное, все. Птенцы вылупились и все. Видите, как огорожено. Палочка поставлена. Я вот близко не приближаюсь. Нельзя.